Размер средней зарплаты в Беларуси достиг почти 2000 рублей. Это превышает прогнозные значения более чем на 9%. Благодаря положительным показателям динамично развивается и внутренний потребительский рынок. Сохраняется рекордно низкий уровень инфляции 2%. Число зарядных станций для экомобилей в стране перешагнуло за 900. Благодаря развитию инфраструктуры растет количество электрокаров на дорогах и электробусов в парках общественного транспорта. За 9 месяцев 2023-го объем потребления энергии почти 30 миллиардов киловатт в час, на 6,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Министерство образования утвердило учебную программу факультатива «Основы финансовой грамотности для 5-7 классов». На занятиях школьники узнают все о деньгах, бюджете, формировании доходов и расходов семьи. Полученные знания позволят эффективно решать финансовые вопросы в будущем. В Бобруйске проходит единый день информирования. Центральная тема – социальная безопасность, ее основные принципы и приоритеты. К слову, такие диалоги проводят каждый третий четверг месяца, чтобы общество всегда было в курсе событий. Бобруйский горисполком информирует о наличии свободных жилых помещений арендного пользования. Прием заявлений осуществляется до 3 ноября на Ленина 1 в 101 и 102 кабинетах. С графиком работы и перечнем квартир можно ознакомиться на сайте горисполкома.